от корейского автомобиля. Корейский автопром. Очень хороший маслоуловитель. Ссылка будет где-нибудь в описании. Вот здесь вот или внизу. Вон там он. Стоил он у меня где-то 1200 рублей. Езжу на нем уже практически, ну, где-то с весны, наверное, с мая месяца. И хочу сказать так. Движка старенькая. Здесь вот маслопомойка придумана. Вот, да. Вот она, баночка вот такая вот. Вот такая вот баночка, да. Масло я менял 3000 километров назад. Открыл вот эту баночку и посмотрел, сколько здесь набралось говнеца. Вот и посмотрите, сколько у нас в обраточку, да, в турбиночку летит из сапуна. Ну, движка у меня старенькая, блин, сапунит, конечно, хорошо. Я извиняюсь, конечно, что экология и все такое, но другого выхода пока нет. Но маслоуловитель хороший, конечно. Работает на ура. Стоит практически на большей части дизельных двигателей корейского автопрома. Так что рекомендую. Сделано элементарно. Вот здесь вот выход из-под клапанной крышки. Здесь вход. Здесь выход. Выход делаем на фильтр. Но я сделал. Все поняли, как. Говорить не буду. Я, в принципе, доволен тому, как он работает и сколько он маслица здесь выгоняет вот за 3000 километров. Ну, где-то грамм, наверное, если баночка 100 граммовая, да, 100 миллилитров, или 50, или 50, нет, 100, наверное, да, ну, грамм 30, наверное, где-то маслица он сюда пригнал. Вот так вот, всем рекомендую.